Как же охуененько коллеги выезжают после ебучего офиса за город на шашлычки. Ахаха, здесь еще и конкурсы веселые. Николай, ну ты как всегда, блять, креативщик, хуяк. Ну тут как робы батя учил. Представите, еблет обивки для кожаных диванов, прямо в ебаблочку. Так, тихонь, ёб твой фарш, блять. Пацаны, один уже нахуярился, везите его домой. Неадекватная обезьяна. Заебали эти опущенные коллеги с другого отдела. Не ожидал от тебя, Николай, креативный петух. Ну здесь хотя бы не надо попадать в бутылку карандашом. Нихуя ты чё, Наруто? Ох ты ж ёбаная мигрень. Слушай, это не шашлыки, это какая-то хуйня. Ай, блять, мы что, в митинг играем, сука? Ну я так понимаю, это точно не шашлыки. Да какой там еще подарок, я хочу съебаться. Нихуя себе, Марина. Я полила твои сторисы и приехала, как делишки. Вы чё, и бабошные пацаны, я на такое не подписывался. Короче, вы нахуй, а я домой. Отъебись от меня со своим хоккеем. О, а познакомь меня со своими мясными друзьями. Блять, только не это. Стой, где стоишь. Я тебе ща кожаную шайбу разъебу. Ну и чё ты, челопсина, хуяк с обманки, дышна, бабахна, ахаха, опиздюлились. Красава.